Всем привет! Сегодня 1 июля, первый день второго месяца лета. И мы отправляемся на охоту за медузами. Мы сейчас будем их искать. Лучше всего искать с высоты 3 метров. Вот сейчас пройдем, посмотрим. Почему ищем здесь? Ну, как бы на море границ нету для медузы. Она может быть где угодно. Если она есть на городском пляже, значит, она и тут должна быть. Ну а чего здесь? Ну, для безопасности. Все-таки 3 метра над головой. А вдруг курортник выпрыгнет и повредит квадрик. Поэтому для безопасности мы отошли в сторону от Геническо. Это пляж у нас получается, если от маяка в сторону Подорожнего. То есть от маяка вправо будет городской пляж, а это мы влево. Это черта города, это на траверсе микрорайон. Тут какие-то уже пансионатики строятся. Ну и люди отдыхают таким полудикарским способом. Я знаю, что с микрорайона сюда местные приходят. Это для них ближайшее море. Вот мы здесь полетаем, посмотрим. Вот сейчас мы идем в сторону маяка. Вот и тут даже люди отдыхают, видите. И тут же строят вот с правой стороны очередной мини-пансионат. Забабахают. Вот и люди. Так, если это приезжие отдыхающие, они обязательно помашут ручкой. Если это местные, то в лучшем случае промолчат. Ну, вроде местные. Вроде все нормально. Вот какое-то подобие пирса сделали. Дальше с правой стороны там у нас Советская улица. Одно из предложений там есть. Одно или два на сайте Советской. Так, ну вот такая вот панорама Азовского моря. Поднимаемся до высоты 60 метров и чухаем вдоль берега в сторону Подорожнего, дальше Фрунзе. Вон какие разноцветные зеленые узоры, вся палитра зеленого. Но вода прозрачная. Вода прозрачная, чистая, несмотря на то, что берег тут такой мулкий, местами глинистый. Но он песочек. Вот это светлые полосочки, это песочек. Вот здесь хорошо где-то так в августе взять штрычку, штрыкалку и пойти на Калкана. Он лежит, такой блин, размером с тазик, закопавшись в песочек. А ты идешь и его выглядываешь. Вот нашел, и со всей дури ее штрыкалкой этой надо пригвоздить. У хорошего Калкана шкура толстая, там бить надо сильно. Иначе не пробьешь. Вот, вот эти вот полосы вдоль них, вот туда надо, в сторону Подорожнего. А, да, штрыкалка. Это такая палка, на конце которой примотан проволокой гвоздь. Ну, такой, первом приближении. Самое первое охотничье рыбальское снаряжение. Так, да. Не буду вас кормить рассказами. Мы сюда приехали поискать медуз. Вот мы опустились вдоль обрыва. Обрыв примечателен тем, что тут когда-то состоялся такой мощнейший обвал. И открылось кладбище мамонтов. Один из бивней или что-то там остатки где-то в музее, говорят, лежит. А вон яма, как не яма, нет, нора.
Посмотрите, а вон что-то, две норы. Ну так по размерам там мамонт, конечно, не поместится, но что-то там такое живет. Чем оно питается, трудно даже сказать. Судя по размеру и по отсутствию здесь отдыхающих, это... Так, да, водичка, водичка. Высота 3 метра. Высота 3 метра, если здесь есть медуза, мы ее обязательно увидим. Непременно ее увидим. Обязательно. Вот где-то... Да, кстати, как выглядит медуза в воде с высоты 3 метра, у меня на сайте, на YouTube есть видео прошлогоднее. Можно посмотреть. Но вот здесь нет. Может, она специально как-то, медуза, концентрируется там, где есть люди. А где людей нет, там и нету. Комка, зараз, комки тут, конечно. Ну, тут берег такой, никто тут не убирает никогда. Комка, кстати, хороший строительный материал. Хороший утеплитель. Раньше при советской власти только ее использовали. Посмотрите, какие там норы. Тут что-то такое живет. Так, все, все, всем напугал, все, всем пока. Медуз нет, никого тут нету. Приезжайте, отдыхайте. Пока.